Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Мосин Евгений, Депрессмет, Москва. Как прошла игра? Не очень. Проиграли? Да, проиграли, там косили и по уставу не приехали. Но справимся на следующую игру. А какой настрой на сезон? Ну, позитив. Выйти из группы, достойно выступить. Как форма после долгого перерыва? Новая? Нормально. Восстанавливаемся понемножечку. Думаю, в следующей игре будем готовы форму ставить. Удачи вам, спасибо. Спасибо большое.